на середину как раз танцевать. И скажет, it's show time! Смотрите, грешный, грешный. Я тоже думаю, заплачу. Это сериал «Грешники». Всем привет! С вами Любятинка, и я очень рада видеть вас на моем канале. А это самый лучший сериал, основанный на реальных событиях. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Приятного просмотра! «Грешники» начинаются. Привет из жаркой Греции! И это сериал «Грешники». Сегодня вы увидите поцелуй челюсть, танцы джига-дрыгу и много другого. Смотрите этот выпуск. Мы хорошо отдыхаем. Принимаем ванну. Хорошо. Надо что-то движовое поделать. Давайте. Мин, ты обычно предлагаешь. Я растворила и объелась. Надо янки растрястись. Да, кстати, янкин танец давайте, как ты показывала нам, вот это. Нет. Давай! Сейчас скинемся? Да, давайте скинемся. Нет, все вместе. Все вместе? Давайте все скинемся, да, и кто проиграет, все кто проиграет, пойдет вот сюда на середину как раз танцевать. Да. И скажет, it's a show time! Дим, будешь танцевать? Да. Тебе пойдет. Я выиграю. Шоу тайм. Где? Все камни там, посередке. Давайте. Здесь народу очень много. Саш, давай на камень бумагу. Поближе. Давай. Первые ножницы, как Юля говорит. Суефа. 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 Опять инициатива наказуема. Да, я не заявила. Мы договаривались. Это все за бред. Я не хочу. Давай. Ян. Это шоу тайм. Я еще не вышел. А потом мы сделаем флешмоб, все подписчики будут его танцевать. Это прикольно. Да. Я что-то занервничала. Дим, что ты говоришь? Чуть-чуть потанцуй и все. Димку такой милый, кстати, потрогай сердце, ма. Ой, реально бьется сердце. Хочешь поменяться? Нет, ну я же выиграл. Новенький. Ты хорошо советуешь, может, я лучше получится. Блин, меня трясет. Чего я стесняюсь? Я никогда не стеснялась ничего. Ян, давай пока порепетируем. Смотрите, грешники.
Тимченко, видела, как твоя двух атлетов сняла? Сняла двух атлетов. Своим танцем волшебным. Работаем, работаем. Я потом тоже так же делаю. Красиво! Так делаю. Давай, Дим. Новенький выглядит. Мне нравится группа особенно. Нормально? Нормально. Ровно, по контуру? Охуенно. По контуру? Да. Вообще контур огонь. Ну что, мы-то все по парочкам. Да, зайчонок? Мы приехали на этот прекрасный отдых. Все со своими вторыми половинками. Мой братан Тигр. Baby, I love me. А наши-то два паренька, Новиночка и Влад, одинокие же. Испытания еще никакие не приходили. Никакие, нужно им подобрать пару. Потому что отдых-то продолжается, а они все никак. Нужно им помочь. Мы для них придумали сделать крутой конкурс. За 10 минут они должны сделать максимальное количество селфи. Но не простое селфи, а... Вот такое, с поцелуем. Это будет очень круто и смотрибельно. Посмотрим, кто из них будет настоящий самец. Но есть еще один бонус. Выигрывает не только по количеству поцелуев. Фото поцелуй губы девушкой. Это двойные очки. Это двойные, да. Посмотрим, кто из пацанов ебает. Пацаны молодые, это не наша старая школа. За 10 минут хрен они управятся. Хотя бы 20 минут дайте. За 20? Да. Давай за 20. Давай за 20. Хорошо. Смотрите, наш первый участник слинял, Санёк. Сейчас такой в туалете стоит, такой. Перед зеркалом. Перед зеркалом, да. Hello. Kiss me. Kiss me. И губы такой разминали. Тренирует. I want picture with you all, and maybe I will be popular one day. Thank you, thank you. You're very cool, nice. Прицепился, да? Говорит. Как ты думаешь, на тебя запал? Нет, на самом деле сербы очень дружелюбные. Не обязательно отвечать на этот вопрос. Все началось с моего танца. Дружелюбные. С моего танца. С моего танца. Она Янку его привела. Янку мне привела. Артистка смотрел, ты что такой? Я вам. Ну что, ты готов? А, уже? Губы, да. Наверное, нормально. Губы, мои губы. Ну не жди, что у тебя будут дополнительные очки. Переживает нереально. Нет, я наоборот, ну, думаю, что я один или... Саш, репетировал перед зеркалом? Ой. Уже жертву высматривает, так нечестно. Уже начинает готовиться. Готово. Разомни губы немножко. Давай, сосунок, собери. Саш, смотри, не перепутай, не в половые губы, а которые на лице. По привычке могу перепутать. Ну что, на старт. Говори, как на старт. Сейчас скажу. Нет, не смотри, хватит, хватит. Как все с парнями. Ну что, давай. Давай. Старт! Ребят, 20 минут, мне кажется, это очень круто. Сколько прошло? 2 минуты прошло. Реально? Ничего, ничего, будет прикольно считать. Давай, пацанок, всех целуют, всех! Какой Влад, я не знаю, ребята, 26. Какой Влад, объясняйте, это говно.
ожидал от новенького никто такого, ребята. То, что он делает, это невероятно. Вау. Офигеть, Наташка, давай! Давай, Наташка! Наташка, давай, шлындра! Наташка, давай, шлындра! Давай, снежка! О май гад! Делал снежка! Наташка! Машка, молодец! Защита на камеру! Педиков тоже можно! Это засчитывается! Can you kiss me here? Can you take a photo, okay? Just kiss me here, okay? Давайте. Давайте, девчонки, курочки. Работаем. Только аккуратно, у него сифилис. Thank you. Осторожно. Thank you. Ой, я вам не завидую. Всем передал. Thank you. Всем передал. И вот мы играем в конкурс, кто быстрее заразит большее количество людей сифилисом. Can you take it? Давай как можем. Нет, смотри сама. Ой, побежали. Побежали. 4 минуты. 4. На русском говорите? Нет? Отлично, еще 2 зараженных. Okay. Наташка. Супер, заражай максимальное количество людей. 4 минуты осталось. Мы сократили до 10. Давай, Ян. Давай, ну пожалуйста, плыть. Обсоси его щеку. Ну давай, ты хотя бы. Немножко. О, ты просто лучшая шлюшка. А это шлюха сразу хотела. Да, да, да. Смотрите, здесь есть с кем работать. Ой, класс. Здесь вообще колоритненько. Кис. О. Can you take it? Please. Держи, держи. Целуй этого сосунка. Целуй. О. Еще одно, давай, заодно. Еще одно целуй. Есть. Супер. Огонь. Сколько времени осталось? 3 минуты. 3 минуты. Все нормально. Наташка. Минута 40, Саня, ты красавчик! Парней давай тоже! Парни тоже считаются! Окей. Окей, мы можем продолжить. Okay. Молодцы, девчонки, такие вот прям. 1 минута! Санёк, красавчик. А вы бы дали поцеловать? Кто бы мог подумать? Конечно, ради такого дела. Кис. 16 секунд. Давай, давай, малышка. Есть. 10 секунд. Отлично. Саш, 10 секунд. 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Есть, красавчик. Ну, были какие-то задротки, которые не соглашались. Сколько, много? Не, ну 2 раза. Вот, 2 раза отказали. Ну 2 раза, их там одна была, по-моему, одна, а другие там 3. А что ты им говорил, или, может быть, показал им что-то, что они согласились? Любятинка, я все знаю Любятинку, поэтому. Но тебе понравился? Очень горячо, а? Почему мужчина не стал целовать? А за это снижаю жачки, не? Это красавчик новенький. Это 5. Вообще красавчик, просто я не ожидала, реально. Я думала, это такой, знаешь, типа гей, такой сосунок, знаешь, маменькин, который ни на что не годен, мне казалось, такой, знаешь, ущербный казалось. Вообще, зачем приехал? Такой конченый, я думала. Ну, я сам так думал. Такой, знаешь, противный такой, дороже твоя. Надменная. Надменная. И думаю, не чувствую юмора. Ничего, еще и дрыж. Оказалось-то. Оказалось, не дрыж, говорит. Красавчик. Очень 20... долго, кстати. 10 минут мы решили сделать, да. 20 очень много. Сейчас Влад тоже будет это потихонечку. Ты за кого болеешь? Я Кто просто... твой пиздюк? Я их обоих учил. Я инструктор обоих пиздюков. Ну это было круто, реально, вообще. Кстати, блин, мне кажется, несправедливо будет. Если у нас тоже локация. Они реально будут больше соглашаться, и уже будет не так интересно. Может, новый? У Саши был бонус, что он английский знает, а Влад не знает. Тоже ему должны быть какие-то... Да, поэтому здесь как бонус, что уже все знают. Надо реально больше в губы, чтобы выиграть. На старт. Внимание.
Марш! Марш! Давай, давай, Володька! Давай, Володька! Кисель! Нет, она целует. Да какая, блядь? А? Володя. Ну, фото, да? Володя! Челлендж, фото челлендж, плиз. Кис. Еще раз. Я все мимо вообще. Вот, да, золотой перед девушек. Кис челлендж, тайм. Вот еще. Володя, я чаялся. Влад. С мужиком 56. Вот, пройди, вот тут, по рядам, смотри. Давай, Влад. Санек уже всех перецеловал, первым шел, у него преимущество. Володь, давай. Давай еще. Давай. А Влад, скажи. Там вообще мимо, я даже успокоился. Давай, Влад. Давай, Володя. Оценки, Влад, оценки сказать. Санек уже всех перецеловал, и он знает английский язык. Ему проще было. Он подходит, и все. Я говорю пару фраз, которые я знаю. Кто-то понимает, кто-то не понимает. Еще я, естественно, не умею делать цепки, поскольку я старик. Я то на кнопку выключить нажму, то на другую кнопку. Короче, я лоханулся, я согласен. Но Санек первый был, у него преимущество. Он сделал для меня селфи, но я сделал несколько селфи в губы. Мне кажется, это большой. А еще он голый. Да. А еще даже голая была великовозрастная. Будешь выполнять наказание. Приехали в кафешку какую-то очень симпатичную, между прочим. Сейчас будем здесь почиваться. Самец свинюшки, выходи. Вроде прикольное место. Бережочки. Мы пришли на обед.
посмотрите, какое офигенное место, вообще безумный вид на синее море. Посмотрите на Янкину мокрую грудь, это же потрясающе. Это просто очень красиво. Давай напомним ребятам, что когда они приезжают на отдых, наслаждайтесь каждой минуткой, берите от отдыха все, прочувствуйте его. Вот реально нужно прям чувствовать здесь и сейчас, не надо думать, что там. Вот быть прям здесь и сейчас. По максимуму наслаждаться. По максимуму наслаждаться. Извините, Джек Дэниелс, можно, пожалуйста? Два, пожалуйста, можно? Более место, да? Нет? Почему? Знаешь, что, офигенное место, смотри. Что, гонишь? Да, конечно, могло быть лучше. Нет, понятно, раз, это не Монако. Не Монако, конечно. Но ничего. Но ничего. Херсонис тоже хороший. Херсонис очень хороший, Херсонис. Да. Сфоткай? 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 Фоткаешь? Вот сейчас фоткаешь? А сейчас фоткаешь? Сейчас фотка? Сфотка? Фотка. Я видео снимаю. Я видео снимаю. Идиот. Что ты делаешь, да? Что такое? Я видео снимаю. Она так и задумана, тупица. Хвалите меня, иначе рука не отойдет. Дима, такой красивый. Животик свой, не нарощенный. Такой прям молодец. Борода идет. Ладно. Вот пришли в харчевню похаркать немножко. Сейчас будем читать фотки. Ну что, сегодня самцы показали, какие они самцы на самом деле. Пришло время подсчитать фотографии. И пришло также еще одно время узнать, кто ёбарь, а кто сосунок. А кто учитель ёбаря? Почему ученик превзошел учителя? Ну что, готовы узнать результаты? Вы готовы, дети? Да. Давайте ваши телефоны. Я не слышу вас, дети. Да, готовы. Напомню, что у них было 10 минут. Мы в итоге решили сделать 10 минут, потому что мы устали их снимать. Сколько они успели сделать селфи с поцелуями за эти 10 минут? Участник номер один. Поцелуй в губы – это 2 балла. Поцелуй в щеку – это 1 балл. Да, 2. Да. Поцелуй с голой женщиной – автоматическая победа. Хорошо было бы, если бы так было. Я бы тогда выиграл. Нет, поцелуй с голой женщиной мы не обговариваем. Это победа сразу, безговорочно. Я считаю. Надо считать. Надо считать. Пошли считать. Давайте, считать. Александр, пожалуйста, хватит перебить. Давайте по-честному, давайте нам. Смотрите, давайте. Сашка сейчас что делает. Сашка тут делает, копировать, ставить, копировать, ставить. Конечно же, без самофота никуда. Я считаю, поехали. Боже, на некоторых фотках у нее такое лицо. Как будто это первый случай, когда ему так. Да. Остальные были как немножко не до конца, там, или 41 тёлочка. Я. Давайте поаплодируем, 41 тёлочка. Браво! Эй, красавчики! Мы за вас болели. Так, ладно. Спасили. У него даже нет своего телефона, он на мой фото. А поцелуй там был с поцелуем? Нет, у Саши не было ни одного поцелуя с губами. Посмотрим. Поэтому все ровно по баллам. Да. Влада помешала еще то, что он не знает, как пользоваться телефоном. Действительно. Языка не знал. Действительно было много поцелуев, но его неумение фотографировать сыграло с ним злую шутку. Давайте же посчитаем. Так, самострел, фото людей, фото скрин экрана, фото некрасивой женщины, фото еще одной некрасивой женщины, снова фото некрасивой женщины с некрасивыми ногами, еще одной некрасивой женщины. Вот он просто сделал фотографию с какой-то женщиной. Есть. Первая фотография. Есть. Аплодируем. Молодец. 10 было пробно. Первые 10 пробно. Итак, поаплодируем. 12. Селфи-поцелуя. Это просто неумение пользоваться телефоном. Ничего не сделать. Но ты старался. Я старался как мог. Что произошло? Почему так мало у Влада? Влад, во-первых, шел вторым. Влад всегда нерасторопный сам по себе. Он ленивый. И вот как бы он не знает языка, он не красноречив. Саня моложе Влада изначально. Кожа моложе. Подкаты у него более, наверное, современные, на английском языке. Да нет, 90% аудитории английской. Факт, да, во-первых, то, что он мог объяснить ему. Ну, Влад тоже что-то знал, но первый, все равно, первый... когда они не понимали, он дальше не мог Влад, объяснить. Влад просто подходил, kiss me, если не прокатывал, говорит, challenge, kiss me. Perfect, English is very well. Я считаю, что Влад все-таки не старался, потому что, заметим, Александр 5 раз выходил в туалет, губки поправлял,
помадку стирал, помадку красил, это тоже важно. Он ходил, там трусики закатал, там рукавчики, он поменял все, причесочку вам сделал, репетировал перед зеркалом, что важно. А Влад уверен в своей исключительности, и как всегда, ну, когда ты слишком уверен, не получилось. А скорость какая была у Сани? Скорость очень была медленная, прям вот Саня, в отличие от Саши, Саня прям бежал, мы просто... Янка так, все тряслось, мы бежали, но старались. А Влад, он так нерасторопно, спокойненько, ну, честно, Влад, не ожидали. Саня, видно, что молодой новичок, хотел показать себя в действии. И на новиночке приемы хорошо, молодежные. Хорошо, сегодня мы что будем делать? Мы так и обговаривали. Да. Уже на камеру сказали, уже некрасиво, это просто... Да. Мы не вырезаем ничего. Нет, мы будем балаболами последними, да. Если мы... Человек некрасивый, человек не сел катапульт, а мы его на тарзанку сажаем. Ну вот, тем более. Мы тогда проиграли и сразу же прыгнули с тарзанки. Юля не разрешает мне нас прыгать в стартап, я просто переживаю, нет, я переживаю, я вот против, Данечка, пожалуйста. Он просто фоткался, когда на обрыве, я плакал, мне было уже страшно, а сейчас тарзанки, не-не-не. Последнее слово за мужчиной, Минас, что скажешь? Если пацан, если Влад прыгает... А как если ему он прыгает? Очень сильно высоты, боюсь, ребят. Надо перебороть себя и свой страх, и выйти из зоны комфорта. Я согласна, но если он не будет прыгать в тарзанки, надо придумать какое-то тоже очень жесткое. Мы готовы заплатить, да. Скинемся, Влад, смотри, мы все скинемся теперь. Да. Ладно. Это очень страшно. Ребят, это просто пипец. Губы, мои губы. Это пипец. Это такой трэш, который вообще никто не ожидал. Сейчас на ваших глазах. Ладно, реально. Ты сейчас прыгнешь, и тебе будет кайф прям вообще. Это все ради вас. У меня уже адреналин подскочил. Я говорю вот часто, что я согласился, я уже... Там стрёмно делать шаг. Да, сделать шаг. Вот остальное не стрёмно. Ну, ты когда летишь, ты уже такой, типа, все, я лечу, типа, знаешь. Нужно, чтобы кто-то подтолкнул, наверное, да? Но там ты можешь им сказать, да. Тебе помогут. Да, да. Надо сказать, чтобы на счет три, а он толкнул на счет раз. Неожиданно. Это будет очень крутое преодоление. Нереально. Ты приедешь в Москву обнулившимся, обослабшимся. Но этого никто не увидит. Придумать наказание, которое мне будет неприкольно выполнять. И, ну, я думаю, лучше сделать то, что доставит мне удовольствие и запомнить какие-то эмоции. Да, ребят, это, конечно, просто наш самый трэш-шот из всех, что были. Да, каждый раз выходишь из зоны комфорта, делаешь какие-то штуки, которые ты никогда не делал. А прикиньте, мы это потом будем смотреть и херевать. Держи. Джек Дэниелс. Вышки. Виски. And Cola Zero. And Ice. А просто я люблю выпить. А кто не любит с другой стороны, да? Не. Вот и я, брат, тоже. Знаешь, приезжаешь вот к вам сюда, да? И прям вот душа поет. Да, и прям хочется вот накатить. Ах, кола. Да, никакого такала, нет. Sorry, this Foyana. Cherry. Oh my god. You eat it? Very nice. Yeah. Very tasty. Yes. He has a special. Попроси его, чтобы он туда отнес. Can you show your story? Кала, кала. Джек Дэниелсон, Кал. Кала из Overbrick OK. А, да. Хлопчик мой. И знаешь, сразу уверенности столько прибавляется. И прям весело. Ну ты понимаешь же, ты знаешь такой. Тебя блеску глаз. Да. Смотрите, Янке борщ принесли. Борщ с пампушками. Ну что, я могу сказать, что вот она подтверждается история с тем, что красивое место, очень красивое, но... Порции... Очень маленькие и не особо... Смотрите, вот моя рука. Вот, Юля попробовала уже, она может сказать, что... Скользкая, я не знаю. Фишка дорогих ресторанов. Большая тарелка, маленькая порция. Да. Видите, чем проще место, тем круче кухня почему-то. Так, да, и есть всегда. Да. И больше порций, и вкуснее. Алло, спасибо. Спасибо. Короче, берем свои слова назад. Потрясающие порции. Это как всегда блюда супа не надо заказывать. И борща тем более. Все-таки большие порции, огромные. Да. И вытро не получилось. Блин, прикольно, у тебя выглядит лапша эта табакана. Да. Мы заехали в наш отель, чтобы Володька запасся всех нашел? Напитком бесстрашия. Ну, пару глоточков перед прыжком, да, немножко. Это же наша девочка. Володька, я... Вот, кстати, мы их целовали, одни из тех.
девушку. Да ладно, да? Целовали, да. Вдохновлял, только целовали. А я хочу уже. Я прям вижу его страх. Володя, а прикинь, если ты половиной в воду зайдешь. Ну, окунусь обратно. Вы просто не представляете, такой степени Володька боится высоты. Все, что связано с высотой. Это для него? Реально. Как бы он не упал в обморок, реально. У меня даже вот та штука, катапульта, которую ребята прыгали, пипец, как страшно было. Они уже не говоря про это. Ну, а что делать? Спор есть спор, как бы, надо выполнять обязательства. Молодец, Володь, красавчик. Работаем, сосунки, работаем. Все с собой взяли, и сейчас поедет Володька, все подготовит, и все. Давайте. Не так, мы здесь научим, все. Мин, давай руку. Саш, руку. Игорян, руку. Поехали, заворачиваемся. Ну что, ребятишки, сейчас я буду прыгать с этой штуки, тарзаночки. Ребят, на самом деле очень страшно, я сильно боюсь высоты, никогда не прыгал, всегда на всех аттракционах очень сильно боялся высоты, но поскольку мы в этом отпуске преодолеваем себя, всегда делаем что-то, что некомфортно, неудобно, просто кайфуем, наслаждаемся, пробуем что-то новое, в этот раз я буду пробовать побороть свой страх высоты. Влад, это ожидал проиграть сосунку? Ну это спор, проиграл и проиграл, все, нужно, давай, раз проиграл, нужно верим, прыгать. Ты Все. Володь, пей, давай напейся. Пей залпом. Купил туда глоточек. Да не, зачем залпом? Все. Давай пусть спрячем. Голым прыгать? Ну, я могу без футболки прыгнуть. Нет, или голым полностью. Ты разрешаешь тебе? Давай сначала ты, потом я. А теперь разговариваем, что, еврей, что ли, перекидываешь на других? Давай. Не, ну ты всегда предлагаешь что-то Нет, делать, сам не делаешь. Нет, предлагает и подстригает Игорь. Я спрашиваю, я интересуюсь. Да. Чувствуете разницу, да? Одна персона может там быть. Нельзя, то есть подниматься только Владу туда наверх. Ну, никому больше подниматься нельзя. Единственное, что можно сделать, он может одеть себе GoPro. Честно, мне даже смотреть страшно. Смотрите, уровни опасности. Самый легкий вот этот. Потом трешечка, потом спиной. Сальто. Живи. Элеватор у тебя будет. Влад, готов? Да. Уровень сложности самый сложный будет. Это жесть. Мы так 100 раз делали. Люб, я так 100 раз очковал делать. Да? 100 раз хотел, 100 раз очковал. Высота — это очень стрёмно на самом деле. Я сейчас говорю на камеру, я типа спокоен. Когда я буду подниматься, бля, и записывать видео, вы увидите эмоции на этом видео. Будем говорить Владу, что можно живот вязать. Казанки завяжут? Казанки, давай. Да? Я Владка. А все, туалет пошел. Я, ты куда? Я. Круто, но стрёмно, блядь. Да не, фигня. Put your hands up in the air. First time? Yeah. Oh my God. Can we go together? Did you do it also? The most important crazy job.
200 сказали. Пойдемте 200. Узнаем, сколько я сейчас вешу. Да. Это блогеры. Молодец. Вы прибыли или только видите? Вчера. Давай. Я в какой-то момент просто понял, что если я сейчас этого не сделаю, я просто буду жалеть об этом. Я лучше попробую и сделаю, и испытаю это ощущение вот этого полета, свободы. Что-то такое ощущение чего-то нового, может быть, за этой грани откроется внутри меня что-то другое, в плане там, личной жизни, ну вообще, в принципе. Ну здесь зато вода, смотри, а не арматура, как у нас в городах. Успокоил, блядь. Блин, она как говно в проруби болтается, смотри. Вот. Сейчас Влад туда полетит, короче. Что, ребят, сейчас меня будут привязывать. Пиздец, как стрёмно, блядь. Да, на камеру так уёбывают, сейчас меня будут поднимать. И я просто охуеваю, брат. Слишком много, мат. Может показаться, что девчонки не страшно, но не знаю, для меня это перебороть. Владу перевязывают ноги жгутом, чтобы, если что, отвалились только ноги. Что ты чувствуешь? У тебя даже номер, если ты, короче, если тебя не найдут, то чтобы хотя бы по номеру, знаешь. Ну вот, сейчас начинается самое интересное. Яна пытается спасти GoPro, но это, мне кажется, уже... А как это поможет? Как это поможет? Поможет. Как переживают за меня? Да не, они не тебя за видео переживают. А, да, точно. Это группа поддержки Влада. Он говорит, типа, если ты ударишься по голове, типа, она упадет и все. Сейчас все пойдет. Все, началось. Вот это вот. Держись. Бро, давай, не ссы, давай. Все, начинаем. Все, ребятишки, первый раз пробую этот аттракцион. Очень страшно, на самом деле. Вот сейчас сердце начинает биться, пиздец. Без шуток. Have fun, man. Yeah, полетели, ребятки. Ребят, ну что, сейчас я буду прыгать. Очень страшно. Но я сделаю это. Вот такая Греция. Вот это каникулы и экстрим. Реально. Окнешь? Все? Бля, ребята! Секунд, последние секунды, которые у вас из высоты, боится плавания и все остальное, прыгнул с Тарзана.
Слезы счастья на моем лице. Мы сделали это. Ура! Это нереальный полет был. Офигенные эмоции, ребят. Очень круто было. Володь, штанишки покажи. Слезы радости, блядь. Да охрененно было, ребята. Просто пипец. Володь, ты красавчик. Я еще успевал снимать. Это слезы счастья и свободного полета. Очень круто было. Молодец, Толстяк. Просто вниз головой летишь, тебе немножко давление стирачивает. Немножко голова заболела. Грешники! Пацан сказал, пацан сделал! Посвящен! You like pizza? Да, я его понимаю. Бесплатно пиццу ему! Да ладно! Ради этого стоило прыгнуть! Ради этого стоило! Я довел себя и спрыгнул с тарзанки на спорт, то есть я всегда боялся высоты, и для меня это прям реально было какое-то преодоление, и ради спора, да, я решился все-таки попробовать. Красава, очень круто, блядь. Глаза открытыми держал. Открытыми держал глаза. А, нет, сам прыгнул. Очень быстро прыгнул, потому что если межеваться, то будет хуйня полная. Смотри, он говорит, давай, говори. Ты тоже прыгнешь? Все, завтра прыгнем. Красавчики, блядь. Уже темно, просто я не хочу. Я нет. Все, Минас сказал, завтра 100% прыгаем. Я не прыгал. Я прыгнул на этой фигне. На шарике на этом. Было страшно, пипец страшно. Особенно, когда ты летишь вниз, ты просто охреневаешь. Я прыгнул тоже, для меня это тоже очень круто, хотя не особо так боюсь, но, блин, было страшно. Влад, прыгнул. Единственное, что ты когда прыгаешь, сначала от тебя отпружинивает, в голову давление идет мощное. Давление в голову, кровь переливает. Пользоваться телефоном, делать селфи. От меня это погубило в один момент, а с другой стороны, ну, после этого конкурса я даже рад был, что я проиграл, потому что это дало мне возможность испытать себя и решиться. Когда все сказали, что, типа, чувак, вот задание, вот прыгни с тарзанки, если я понял, если я сейчас буду съезжать и говорить, что, типа, нет, я это не сделаю, это будет выглядеть со стороны очень так, некрасиво. Некрасиво, как минимум. Все телочки твои, Володь. Ты красавчик. Губу порвал. Что тебе подарил? Да что, губу порвал? Да там ничего нету. Скажи. А обо что ты ударил? Не знаю, ничего не ударил. Ни обо что не ударил. Может, прикусил. Может, случайно прикусил, но это хуйня, все. Здравствуйте. Это бесплатная пицца, ребят. Ты говоришь, do you like pizza? Это бесплатная пицца. Володь, пойдем, я тебе покажу смелого, храброго мужика, ёбаря, пойдем. Молодец, чувак, ты это сделал, блядь, переворол себя. Ребят, реально очень страшно было, я нереально боюсь высоты, даже элементарный вот этот аттракцион, я стал до последнего, но сегодня я проспорил, ребята предложили, я думаю, мы живем один раз, так что я сделал это. Thank you. Делать то, что непривычно для тебя, некомфортно. Я в шоке, человек боится моря, он вообще не плавает, и высоты. Хочет завтра прыгнуть, я, наверное, не приеду, я даже смотреть не буду. Я боюсь высоты, он меня поднимает, и я думаю, блядь, что так высоко, так сколько еще поднимать будет? Он поднимает и поднимает, я смотрю вниз, думаю, не, я не буду смотреть вниз. Что ты там вниз смотрел, охренел? Я думал, что это не высоко, когда тебя туда поднимают, ты понимаешь, что это реально высоко. Ты смотришь, думаешь, а, хуйня. Типа, ты думаешь, он тебя поднимает, думаешь, бля, остановись, пожалуйста, уже нормально. Просто шаг вперед делаешь и летишь. Люб, ты следующая? Ну я же на катапульте сделал. Смотри, на задом прыгает. Катапульт это детская фигня. Хотелось плакать, реально. Мне я тоже думаю, заплачу. Я думаю, заплачу. Это очень эмоционально. Просто это не произвольно, это не на камеру. Просто хотелось плакать прям почему-то ужасно. Смотри, на задом. Адреналин. Бля, задом еще, наверное. Ой, мамочки! О, да, да. Я завтра точно. Ой, блядь. Ради тебя, любятинка. Ты крутая. Если ты это смотришь, а ты по-любому смотришь, ты вообще, ты крутая. Как? Она третий раз в тебе? Третий. Да ладно, господи, меня за деньги первый не заставит. За большие бабки даже. Завтра. Мин, ну завтра прыгнешь, узнаешь там. Не, по-любому стрёмно. Я попрыгнул, темно стало.
А, да все ж так делают. А, только поэтому. Завтра светло будет, новый день. Сейчас он еще переспит с этим, с Юлькой. И... помирятся. Мы же хотели подсесть. Делали, грешники! Сегодня ради меня все Доталова. Будут. Да. Ревзи, ну что вам сказать? Володька, конечно, просто всех удивил. Вообще никто не ожидал. Мы в качестве шутки сказали, ну, проиграл в конкурсе, значит, будешь в тарзанке прыгать. Мы это не обсуждали. И потом, прикиньте, он взял это и сделал. Я вообще в шоке прям. Потому что мы привыкли видеть, как Володька спит до 6 вечера и тусит в клубе. И вот так каждый отдых, в какой бы мы стране ни находились, он отдыхает только так. Но в этот раз мы его растрясли. Ты еще нам скажешь спасибо. Красавчик. Звоните. Это хозяин, походу, говорю, что вы хотите? She has go. Снимай, не хочешь прийти туда. Дышит, дышит чистым улети. Нас называют грешники.